Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Speak Easy, я Инна, и здесь мы с вами учим слова и выражения на английском языке. Это слова и выражения к первой серии. В правом верхнем углу подсказка, по ней вы можете перейти на первую серию. Повторяйте за мной на английском. Bedroom – спальня. Big – большой. Day – день. Friendly – дружелюбный, happy – счастливый, here – здесь, house – дом, interview – интервью, jazz – jazz, job – работа, профессия, live – жить, meet, met, met. Это неправильный глагол, и мы сразу учим три его формы. Знакомиться, встречать. Month – месяц. Musician – музыкант. Nice – милый, красивый. People – люди. Play – играть. Pound – фунт. Quiet – тихий, спокойный, small, маленький, smoke, курить, week, неделя. Теперь наоборот, я говорю на русском языке и делаю паузу. Вы переводите слова на английский и затем проверяете себя. Начинаем. Спальня. Bedroom. Большой. Big. День. Day – дружелюбный, friendly – счастливый, happy – здесь, here – дом, house – интервью, interview – jazz, jazz – работа, профессия, job – жить, live – знакомиться, встречать. Meet, met, met – месяц. Month – музыкант. Musician – милый, красивый. Nice – люди. People – играть. Play – фунт. Pound – тихий, спокойный. Quiet – маленький. Small – курить. Smoke – неделя. Week – это были слова к первой серии. Ну а на сегодня все. Если словарь вам полезен, ставьте, пожалуйста, класс и делитесь с друзьями. Подписывайтесь на мой канал и следите за выходом новых уроков. Желаю успехов в изучении английского языка, всего хорошего и до свидания!